Краевое движение веселых и находчивых набирает обороты. Только за этот год 5 команд вышли на федеральный уровень. 2 играют в высшей лиге и 3 в премьер. А еще была создана школьная сборная. Глава региона отметил, что это хорошие результаты, но есть еще к чему стремиться. Региону и дальше необходимо создавать такие площадки для творческого развития молодежи. Молодежь, которая задействована в КВН, талантливая молодежь, конечно, неординарная молодежь, такие яркие личности, безусловно. И вот на Кубани очень много таких ярких молодых мальчишек и девчонок. Это такие алмазы. А все вместе должны мы постараться, чтобы сделать из них бриллианты. А, конечно, для этого нужно, чтобы они огранились, тогда они засверкают. И при том не только в КВН они засверкают, они могут засверкать и в общественной жизни, и в политической жизни, и в нашей экономике, нашего региона. Это же нестандартное мышление, умение принимать решения, очень быстро реагировать на ситуацию. Только за такими ребятами будущее. Вениамин Кондратьев также поздравил команду «Русская дорога» с победой в международном музыкальном фестивале «Голосящий Кивин», отметив, что это второй по значимости приз, и это серьезное достижение для команды.